Из пушек стреляют? Что там происходит? А ну назад, вон там! Вон он! Из пушек стреляют? Что там происходит? Завис, живо! Вон он! Вон там! Где ты? Все равно мы тебя найдем. Кто здесь? Прошу вас, тише, а то меня найдут. Затаитесь, пока я не уйду, а потом бегите. Просто бегите. Люди бегут из города. Хотят быть подальше отсюда, когда начнется бой. Надо быть осторожной. Нельзя, чтобы меня заметили. Я могла бы спрятаться среди беженцев. Вряд ли меня различат в толпе. Ты, может, заодно с красными разберешься? Ага, очень смешно. Кто тут?
сквозь землю. Разве нам его не надо искать? Сам ищи. Кстати говоря, может, заодно с красными разберешься? Очень смешно. Дела и так паршиво, а тут еще эти ассасины. Да ладно, хуже уже не будет. А если вернется, что делать будем? Да не вернется. Ну, а вдруг? Не знаю, как ты, а я буду стрелять. Ага, стрелять. Как ты целиться будешь? Его же не видно. Что это было? Не вспомнил! Эй, товарищ, вы откуда? Из штаба на улице Бондаренко. Туда ассасина привели. Крепкий, зараза. До сих пор молчит. Заговорит. Рано или поздно. Выведет нас к девчонке. И шкатулке. Улица Бондаренко. Держитесь, Николай. Я помогу вам. Думаешь, они добьются чего-нибудь от этого ассасина? А как же? Но надеюсь, его будут долго пытать. Пусть помучается. На станции все в порядке. Сегодня никаких происшествий. Вон там! Как сквозь землю?
Вон там! Сегодня никаких происшествий. Трамваи кто-нибудь проверяет? На каждой линии есть пункты. Проводятся случайные проверки. Ты откуда говоришь? Из Омска. Отсюда путь не близко. Там же вроде сейчас белые обосновались. Да слышал я. У тебя признаться за тем, что творится, не слежу. Обратно-то не собираешься? Разве что в гробу. Пусть лучше застрел. Почему? Думаешь, там хуже, чем везде? Да езжай да посмотри. Там живут те, кто хочет разбогатеть. Эй, товарищ. Сегодня никаких происшествий. Трамваи кто-нибудь проверяет? На каждой линии есть пункты. Проводятся случайные проверки. Говорят, из-за всей этой суматохи от нас то одни отколятся, то другие. Это ты о чем? Украина уже объявила независимость. Теперь Эстония собирается. Хотя вражды вроде нет никакой. Не хотят под большевиками быть. Смело! Я бы не стал так говорить. Ты о чем это? Да так. По крайней мере, вслух не стал бы говорить. Ну, повезло большевикам. Что тут скажешь? В чем? На трамвае можно доехать до реки. Главное, чтобы проверять не начали. Надо попытаться включить зеленый свет. Отлично.
А ну назовись! Вон там! Вон там! Как сквозь землю. Не с места! Вон там! Как сквозь землю. Здесь. Вон он! Как сквозь землю. Вон там! Вон там! Назовись жив. Вот он! Вон он!
Вы меня не видели. Вы ждите немного, а потом бегите и не оглядывайтесь. Все будет хорошо. Только бы успеть на поезд. Они идут за мной по пятам.
бы я делала без поезда? Я уже почти на месте. Вот он!